Хоккейная коробка в районе Ульяновского моторного завода в этом году отмечает юбилей. Нынешней зимой ей исполнится 35 лет. Основатель этого дворового спортивного объекта Виктор Машков говорит, что не помнит корт пустым. Зимой здесь катание на коньках прерывается только на то, чтобы почистить лед от снега. И профессионалы приходят здесь, и любители, и дети, и обучаем здесь катание на коньках. В общем, все, ну, двери у нас открыты для всех. Кто приходит, мы всем рады. Подобных ледовых кортов в Ульяновской области более 400. 250 из них, по информации регионального министерства спорта, уже залиты и готовы принимать любителей физкультуры. Кстати, на многих объектах предусмотрены не только платные, но и социальные часы. Это действительно те ледовые коробки и корты, которые могут принимать, начиная с дворовых спортивных мероприятий и заканчивая областными соревнованиями. Поэтому хочется сказать, что условия сейчас достойны, заливка идет прекрасно. Ранняя зима приготовила подарок не только простым любителям физкультуры, но и профессиональным спортсменам. Представители конькобежного спорта, например, впервые за несколько последних лет приступили к тренировкам уже в конце ноября. Ведущие спортсмены региональной федерации занимаются на центральном стадионе ТРУ. С вами вполне довольны, то есть, ну, лед пока еще молодой, но сойдет, кататься можно. И, ну как, готовимся к соревнованиям в Казани по конькобежному спорту. А вот хоккейная «Волга» пока тренируется под сводами ледового дворца «Волга Спорт Арена». Однако в первую декаду января 2017 года ей придется потесниться. Здесь установят главную елку губернии. На зимних школьных каникулах в ледовом дворце пройдут новогодние представления, как для воспитанников детских садов, так и для старшеклассников. И, конечно, в расписании работы «Волга Спорт Арены» предусмотрены сеансы массового катания на коньках. Катание у нас безлимитно. Попав на каток, ты можешь кататься хоть целый день, с 10 утра до 10 вечера. То есть никто никого лимитировать по времени не будет. Впрочем, до новогодних каникул «Волга Спорт Арена» успеет принять и всероссийские соревнования. Ближайшие из них – матчи чемпионата России среди команд Суперлиги. 15 и 16 декабря лидер западной группы «Ульяновская Волга» сразится с кировской родиной. Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новость «Ульяновской правды».